мнение, что IT только для мальчиков. Поэтому в IT в основном отдают пацанов. Соответственно, мамы очень редко задумываются о том, чтобы цифровые технологии изучать девочкам. А цифровые технологии нужны всем. Поэтому у нас здесь нет такое программирование, какое вы встретите в обычной школе IT. У нас здесь все про дизайн, медиа, социальные сети, мы учим блогингу, сторитейлу, готовим к проектной деятельности в школе. То есть мы совершенно другая школа. Мы та школа, где классная атмосфера, где девочкам нравится заниматься, куда они бегут с удовольствием, куда они приводят своих подруг. У нас свое такое комьюнити. Ой, мы очень активно вступаем в коллаборации с разными компаниями. Совсем недавно мы подписали соглашение с ВП. Мы будем вместе готовить девчонок к профориентированию, мы будем вместе готовить девочек к поступлению в вузы, будем располагаться на их территории. У нас уже начинаются в эти выходные занятия, поэтому, да, мы начали сотрудничество с вузами, мы начали сотрудничество с частными школами, на нас уже выходят, активно предлагают вместе делать что-то передовое и интересное, потому что все видят плюсы в том, чтобы быть впереди, а не догонять. Репетиторство уже прошлый век, и надо быть просто на шаг впереди. Сколько зарабатывают айтишники? Много. Айтишники реально зарабатывают много. Здесь нет потолка по сумме, и, что самое главное, нет привязки к тому, где работать. То есть работать можно абсолютно из любой точки страны, из любой точки мира. Маленький город, большой город, лежишь ты на пляже или сидишь в офисе, как тебе удобно. Ты можешь зарабатывать везде. Кроме того, возраст специалистов в IT стремительно снижается. То есть уже дети, подростки, да, там в малом возрасте начинают хорошо зарабатывать, то есть здесь вот этого потолка нет, получить высшее образование, только потом пойти работать. Айтишники работают в любом возрасте, зарабатывают много, работают откуда хотят. Мы даем востребованные цифровые навыки. Мы не готовим айтишников, мы точно не даем профессию, но девчонки, которые занимаются у нас, они смогут в будущем уже в профориентировании четко учитывать эти моменты. У нас система модульная, мы учим в целом комплексно девочек цифровым технологиям, поэтому обучение зависит от возраста, от 3 до 4 лет. То есть мы не про то, что пришли, поиграли, попробовали какие-то краткосрочные курсы, мы про качественные навыки, которые отрабатываются на практике, и срок в зависимости от возраста до 4 лет. Записаться к нам очень просто. Нам можно позвонить по телефону, мы есть в любых мессенджерах. Можно просто зайти, мы всегда рады вас видеть. Можно отправить сообщение на сайте, можно отправить сообщение в социальных сетях. Мы очень открыты, мы есть везде. Я учусь где-то здесь год. Мне очень все нравится. Я научилась моделированию, программированию в разных приложениях. На летних каникулах я смоделировала игру. Ну, научили программировать, что могут встречаться разные боты. Ну, типа, что тебя могут как-то развести, там, на деньги. Я научилась делать презентации. Мы проходили это 2 урока. Мне пригодилось в школе. Я вела у первоклассников урок, и мне надо было сделать презентацию.